эту субботу Светлана Боровская отправится в Витебск. Рубай пока света здесь, а то потом будете по часам здесь. Вот самая лучшая машина на свете. Ну да, конечно, это ваша. Телевидение. Вдруг они прорвут эту веревочку и все вылетят в город. Очень красиво. Правительственные автомобили. А, видите, я выбрала вот, сразу. Где в Витебске расположился частный гараж на 900 машин? О чем мечтает талантливый художник? И сколько попугаев собралось под одной крышей? Узнаете в новом выпуске программы уже в эту субботу. Включайте «Доброй раницы, Беларусь» со Светланой Боровской. Завтра в 9.15. А ты чего не летишь? Полетай немножко, людям радость, утро в стране. Я знала, что Таня кадр не отдаст. Королева должна быть одна. Это гараж на 900 авто? Да, скорпионы врать не умеют. Правду в лицо. Ой, кому нужна наша правда? Они не хотят есть. Вы их зря кормили перед съемкой. Ой, я сломала какую-то штуку. Что-то отлетело. Меня тогда не было в то время, а то б я вышла. А так ты выступила, конечно. Товарищи, вы видите, какая интересная история. Пришли в чужой дом, играем с машинками. Дрынь-дрынь. Ну, я пошла с самым дорогим попугаем. До свидания.